Анализы и прогнозы развития экономики в Хабаровском крае. Все, что считается, приумножается и бюджетируется в программе «Вести экономика». Здравствуйте. Коротко основные темы выпуска. Обманутые и брошены. Дольщикам с улицы Биробиджанской в Хабаровске готов помочь новый застройщик. Но в дело вмешались темные силы. Полицейский ЖСК наотрез отказался взаимодействовать. И не пускает инвесторов на объект. Власти готовы изъять у ЖСК права на землю. Бывшая база понтонного отряда не ушла с молотка. Аукцион отменен из-за неявки покупателей. Отсутствие результата – это тоже результат. К объекту нужно привлекать внимание не только российского, но и иностранного бизнеса. Невозможное возможно. В Хабаровске появится жилье по 35 тысяч рублей за квадратный метр и новые учреждения образования. По школам начинается с этого года программа. Адреса новостроек в нашей программе. Перечень проблемных объектов незавершенного долевого строительства в Хабаровске включено еще 4 дома. 2 из них в центре города. Застройщики, которые не выполнили условия договоров «Мир Авторке», «СК Невис», «ЖСК Время», «Техносити». Обманутые дольщики продолжают включаться в реестр. Закон в этом случае гарантирует, что жилье все-таки удастся получить. По каждому из указанных объектов есть разработанные дорожные карты по привлечению инвестора по началу и завершению строительства. На сегодняшний день проблема, наверное, общая. То есть те инвестиционно-строительные компании, которые имеют уже свои собственные объекты, определенные трудности и по ним испытывают, поэтому неохотно идут в завершение строительства данных объектов. При этом есть положительный опыт у нас. Один из объектов – это по улице Марины Росковой. В свое время был достроен привлеченным инвестором, и объект введен в эксплуатацию, гражданам были предоставлены квартиры. Как сообщили «Вести экономика», в Комитете государственного строительного надзора правительства края нерешенная пока остается проблема, связанная с недостроем по улице Биробиджанская в Хабаровске. Дом начали возводить еще в 1994 году. С тех пор сменилось 5 застройщиков. Сейчас все права у ЖСК, но его руководитель не обращается в правительство края за помощью. Причем есть компания, которая готова ввести дом в эксплуатацию, но ее на объект не пускают. Власти региона и администрация Хабаровска рассматривают сейчас вопрос о прекращении прав ЖСК на земельный участок, чтобы предложить его новым инвесторам. «28 апреля в фонде имущества края молоток аукциониста так и не был поднят. Желающих купить бывшую базу понтонного отряда в селе Осиновая речка и комсомольскую на Амуре типографию пока не нашлось. Поэтому торги были отменены. Такие объекты, как, например, участок земли в 10 гектаров и 11 зданий на берегу протоки Уссури, считаются знаковыми. Но необходимо время, чтобы нашелся покупатель. Период экспозиции, говоря языком риэлторов, в этом случае длителен. Но надо использовать все возможности для большей информированности бизнес-кругов Российской Федерации и иностранных о том, что выставлено на продажу в Хабаровске. Район Осиновой речки – одно из прекраснейших мест отдыха. Вот. Там масса коттеджных поселков. Вот. Потом не будем забывать, что это была база понтонного моста, который за ненужностью ликвидировали. Но есть непосредственно стационарный мост, который соединяет нас с Большим Уссурийским островом, который, в принципе, в перспективе у нас должен развиться в наш дальневосточный Гонконг. То есть это наше окно в Азию. Вот. Поэтому я думаю, что те люди, которые в конце концов заинтересуются, приобретут объект, они в накладе не останутся. Там можно использовать имеющуюся инфраструктуру под развитие какого-то бизнеса. Вот. И также я думаю, что часть участка можно было просто поделить и продать заинтересованным людям. Там прекрасная зона отдыха. Там, когда стоишь вот в поселке Осиновая речка, там есть у них место, там панорама Хабаровской великолепно открывается.
Помимо базы понтонного отряда и комсомольской на Амуре типографии, на торги выставлено еще 6 объектов краевой недвижимости. Летний лагерь, село Забайкальское, Вяземский район, максимальная цена 753 тысячи рублей. Теплоход «Орлан», поселок Сусанино, Ужский район, 875 300 тысяч. Столярный цех Хабаровска, 8 миллионов 114 тысяч. Нежилое помещение, город Комсомольск на Амуре, 31 миллион 230 тысяч. Отделение роддома в Комсомольске на Амуре, 18 миллионов 830 тысяч рублей. Склад и проходная в поселке Чикдамын 3 миллиона 130 тысяч. По итогам прошлого года фонд имущества края реализовал 5 объектов краевой недвижимости. Край заработал 200 миллионов рублей. Вся краевая недвижимость обычно продается путем публичного предложения, через обычный аукцион и через аукцион в электронной форме. $160 миллионов рублей планируется направить в этом году на комплексное освоение территорий под жилую застройку в Хабаровском крае. 500 семей смогут заключить договоры долевого участия по цене квадратного метра не более 48 тысяч рублей. Возможно, и еще более ощутимое снижение стоимости. Хабаровский край смог вступить в федеральную программу «Жилье для российской семьи». На улице Совхозной в краевом центре, это район первой краевой больницы, для ее участников построят жилье по цене 35 тысяч рублей за квадратный метр. Появление новых микрорайонов требует строительства инфраструктуры, в том числе детских садов. Но профильная федеральная программа была закончена в прошлом году. По ней не успели возвести 3 сада в Хабаровске. Сейчас идет работа в Москве по поиску дополнительного финансирования. А на сегодня позиция правительства – это прежде всего завершение тех объектов, которые находятся в состоянии незавершенного строительства. А новые объекты, ну, в частности детские сады, пока строить мы не будем. То есть в этом году на это ресурсов нет. В перспективе, безусловно, возможно. Вот по школам начинается с этого года программа развернута, она федеральная. Вот у нас на сегодня несколько школ мы вносим в общероссийский реестр типовых проектов. Это школа «Ореховая сопка» в городе Хабаровске и, по-моему, Найхин, да, Найский район, да. Вот, основное условие строительства этих школ через федеральную программу – это строительство школ, которые находятся в реестре типовых проектов. Это главное условие. То есть наличие проекта, экспертизы, достоверности и внесение в реестр. Дальневосточники активно инвестируют средства в металлические счета. Один из крупных госбанков подвел итоги по приобретению драгоценных металлов за прошлый год. Банк купил 22 тонны золота и 10 тонн серебра у добывающих компаний Дальнего Востока. На этот год запланировано существенное увеличение закупок. Растет клиентская база, которая активно использует продукты банка в сфере операций с драгоценными металлами. В пятницу экономические итоги этих 7 дней мы подведем в нашей большой аналитической программе «Экономика. Рейтинг недели». Все, что важно, полезно и любопытно, у моей коллеги Елены Парфеновой. Краевые и муниципальные предприятия будут переведены на типовые положения о закупках. В регионе начинается внедрение пакета налоговых инициатив по применению патентной системы и налоговых каникул. Губернатор определил приоритеты в экономике во время отчета перед краевыми парламентариями. Бермудский треугольник или два инвестора на строительство аквапарка в одном и том же месте. Кто же все-таки получит от властей финальное разрешение на возведение водно-развлекательного комплекса? А чьим мечтам предстоит утонуть? Кумыс от лошадей с хабаровской пропиской. Появится ли на прилавках магазинов краевого центра новый фермерский кисломолочный продукт? На сегодня это все. Узнавайте больше об экономике, ведь она первична. Удачи!